Здравствуйте, вы смотрите программу «Здесь и сейчас». И сегодня у нас в гостях заместитель председателя Брянской областной думы Виталий Викторович Минаков, а также Виктор Николаевич Гинькин и Евгений Николаевич Егоренков, депутаты Брасовского района. Добрый день, уважаемые гости. Спасибо, что пришли. Итак, мы пригласили вас по весьма значимому поводу, особенно для вас, чтобы вы рассказали о вашем участии в региональном семинаре «Практикуме», который недавно состоялся в Краснодарском крае для молодых депутатов. Расскажите, пожалуйста, о программе семинара и вообще, какой была основная цель его проведения? Ну, как уже вы сказали, программа семинара была основная цель. Это деятельность и эффективность молодых депутатов, собрания молодых депутатов. Программа семинара была насыщена, довольно-таки обширная. Проводились лекции, тренинги, мастер-классы, деловые игры. А в частности, довольно-таки позитивное настроение и довольно-таки хорошее общение и получение той или иной важной информации нам на сегодняшний день. Вот на сегодняшний день хотелось бы сказать большое спасибо Виталию Викторовичу, Владимиру Ивановичу Попкову за то, что нас отправили в Краснодарский край. Все-таки мы поучились, посмотрели и что-то интересного привезли сюда. Я так понимаю, что обучение проходили 200 человек, но желающих было намного больше. Вообще, по каким критериям отбирались участники, Виталий Викторович? То есть был какой-то создан совет молодых депутатов? Как вот ребята туда отправились? Ну, прежде всего, поступило приглашение на мое имя от председателя собрания молодых депутатов Краснодарского края. Приглашали меня и приглашали со мной еще двух наших депутатов. Вот. Но, к сожалению, у меня поехать не получилось, поэтому мы как бы коллегиально приняли решение отправить вот нашего председателя одного из комиссий и заместителя одной из комиссий. То есть особо, так скажем, вопрос так тяжело не стоял, кто поедет. То есть предложили нашим коллегам, и они согласились и поехали. Я считаю, что по большому счету значения не имеет, кто из нас поехал. Главное, так скажем, результат, да, и то, с чем они оттуда вернулись. Угу. На самом деле, я считаю, что поездка, она такая получилась продуктивная, интересная, по словам наших коллег. Вот. Вы же замечаете, что это как-то проявляется в эффективности работы молодых депутатов? Ну, понимаете, время еще мало прошло, но много предложений ребята выдвинули на первом же нашем, так скажем, совещании после этой поездки. Вот. И мы обязательно их применим к нашей дальнейшей работе. Очень важно такие мероприятия посещать, потому что так дает, так скажем, расширяет кругозор, и мы понимаем, в каком направлении двигаться. Потому что собрание молодых депутатов Краснодарского края, оно существует уже более 10 лет. Угу. И, к слову говоря, насчитывает более 1500 депутатов. Ну, а, кстати, почему именно этот семинар-практикум организовывался и проводился депутатами Краснодарского края? Они действительно настолько успешно и эффективно работают, что готовы уже делиться собственным опытом и даже обучать? Вы знаете, все-таки опыт у Краснодарского края довольно-таки обширный. Мы, кстати, попали на юбилейную дату, это 10-е их собрание молодых депутатов, к чему была приурочена работа всего, потому что, вы понимаете, собрались не только мы из Брянской области, нас пригласили, там были люди приглашены из Севастополя, из Крыма, также были Волгоградская область, Сахалин, да достаточно много регионов представляли. Хочу заметить, что мы 18-й субъект Российской Федерации, которые сформировали собрание молодых депутатов в Краснодарском крае. Мы это все встретились и обсудили. А то, что эффективность и планомерность работы в Краснодарском крае, оно видно налицо. И мы стараемся тот опыт, который у них есть, забрать и перенести себе. Потому что те ошибки, которые мы, может быть, совершили бы, мы постарались их теперь обойти путем того, что они нам подсказали, как это лучше сделать. И в плане документации, и в плане организации каких-то мероприятий, которые также будут... То есть это были и лекции, и семинары, и практикумы, и какие-то мастер-классы. Скучать не приходилось, я так понимаю? Ни капельки. Скучать, безусловно, не приходилось. Все дни были насыщены настолько, что время хватало только на обед. Угу. Лекции, практика. Но какие наиболее запомнились мероприятия и почему? Во-первых, на самом деле те лекторы, которые нам осуществляли начитку лекции, да, они потом перешли в процесс прямого диалога с нами. И это заинтересовало всех. То есть эти люди, которые занимают определенные посты,
То есть определенные должности и в законодательной, и в исполнительной власти присутствовал министр экономического развития Краснодарского края, также председатели комитетов законодательного собрания. И их опыт очень хорошо воспринимался и нами, и также законодателями Кубани. То есть это было в живом общении, в тренинге такой интересный блиц-турнир, вопрос-ответ. Ну, вы также представляли и брянские регионы. Каким образом вы охарактеризовали социально-экономическое развитие нашей брянщины? Вы знаете, социально-экономическое развитие нашей брянщины имеет громадный потенциал. Это в первую очередь связано с тем, что у нас, как вы знаете, обсуждалась очень обширная промышленность. И внедрены некоторые уже в действие разделения области правительства определенно. Но у нас еще и большие плюсы. Мы приграничная зона. Мы также можем пользоваться теми благами, не только торговать с нашими субъектами, да, Российской Федерации, но и ближними зарубежьями, так же, как и Белоруссия, разные краины. Это тоже дает эффектический план. И я хочу отметить, что Александр Васильевич наш ведет правильным путем, глава региона, и он поднимет этот вопрос и экономическую составляющую Брянской области на новый уровень. Вот, к слову говоря, сейчас Александр Васильевич Богомаз, он и диктует нам вот этот, так скажем, формат обмена опытом. То есть сегодня и депутаты Брянской областной думы, вы сам лично, Владимир Иванович Попков и Александр Васильевич Богомаз, очень часто выезжают в регионы для вот такого обмена опытом. Для того, чтобы сегодня нам улучшить положение в нашем регионе, то есть не оставлять все на том уровне, на котором было, для того, чтобы это все улучшить, нам необходим вот этот такой качественный опыт других регионов. Той же Липецкой области, куда выезжали, Тамбов, Калуга рядом, тут далеко даже ездить не стоит. Вот, и сегодня тому же примеру следует и собрание молодых депутатов. То есть обмен опытом, поездки, они, то есть, открывают новые возможности. Ну, в Брянске уже, тем более, проводилось подобное тоже обучение, но не подобное, не столь масштабное, но школа молодого депутата, что она себя представляла? Да, в Брянске была организована школа молодого депутата, на которой, к слову говоря, приехал очень известный лектор, это Конюхова Ирина Алексеевна, жена, к слову говоря, нашего известного путешественника Федора Конюхова. Но она, однако, не составила ему компанию в путешествиях, а занимается политикой, да? Нет, она не занимается политикой, она занимается вот обучением, скажем. Да? И очень интересная тема была затронута, право мира. Вообще, в принципе, на школе молодых депутатов выступают как и приезжие лекторы, так и наши лекторы, преподаватели и Академии РАНХИКС. Ну, то есть те люди, которые могут реально помочь получить какие-то дополнительные знания нашим молодым депутатам. Очень интересный вопрос. Ну, давайте спросим тогда, все-таки, какие, может быть, мастер-классы или лекции, или практические занятия показались вам наиболее эффективными для того, чтобы применить их в вашей дальнейшей деятельности? Вот вы знаете, одно из приятных и удивленных такое, что вот был мастер-класса, это все-таки работа депутата. И четко поставлена задача, что работа депутата должна быть на результат. То есть фактически население должно знать, что сделал ваш избранник, как он это провел и на каком этапе, например, находится тот или иной вопрос. Это тоже было интересно. Дальше было интересно принятие экстренных решений. Мы понимаем, что мы живем сейчас, как-то планировать надо, как-то распределять какие-то, но есть моменты, что надо принять экстренное решение здесь и сейчас, и вы за него несете ответственность. Это довольно сейчас интересно. На память пришло высказывание Черчилля, что политик и депутат должен объяснить, что будет завтра, через неделю, через Совершенно год, верно. А потом объяснить, почему этого не произошло. Совершенно верно, да. Это тоже приводили эти слова. Интересные были и в этом плане. Ну, на самом деле, работа-то не должна выстраиваться. Нужно по факту. И, так скажем, наш, опять же, президент Владимир Владимирович Путин, вот не так давно была передача о нем, и где он говорит, что он никогда старался не обманывать людей и не говорить, и не обещать того, чего исполнить не сможет. Почему он и не участвовал, выбирал такую тактику в предвыборной своей кампании, он не участвовал ни в никаких дебатах, ни в каких таких вот подобных дискуссиях, где приходится, либо ему пришлось бы что-то обещать. Того, как есть тоже такое известное высказывание, что обещания политиков — это будущие налоги для населения. Чтобы этого не случилось. Ну вот еще такой момент. Вы действительно считаете, что подобные обучающие семинары, практикумы действительно смогут сделать работу депутатов эффективнее, либо
ибо здесь все-таки важнее собственный опыт, собственные достижения, вот хотя бы на примере Виталия Викторовича Минако. Вы знаете, на самом деле, любой депутат в своем становлении, да, в депутатской деятельности приходит со своими идеями и со своими возможностями. То есть, но в правовой базе, да, вот на семинаре практикуме мы увидели много, на какие законы мы можем ссылаться, даже при приеме населения. То есть эти моменты озвучивались. И те идеи, которые депутат хочет воплотить в жизнь, они должны быть в рамках правового поля. То есть это мы там увидели. Как четко и ясно распределили, что вот так можно сделать. Вы сможете это добиться и определенных результатов. Я читала программу семинара, и там, насколько я понимаю, депутаты представляли свои какие-то общественные проекты, собирали базу данных, чтобы потом какие-то интересные, наверное, вот предложения внедрялись на территории Краснодарского края. Вот что представляли вы, какой общественный проект? Общественного проекта такого серьезного у нас, конечно, с собой мы не успели предоставить, но фактически перенять у них то, что они сейчас делали, хотя интересный момент о сохранении и создании общей базы каких-то проектов молодых, каких-то интересных идей. Мы уже подчеркнули несколько идей у них, и которые планируют внедрить. Которые внедрились. Совершенно верно. Я могу перечислить такую идею, как импортозамещение нашими продукциями местного производства. У них это обширно стоит и очень остро, чтобы не быть зависимым от каких-то других посторонних. И в плане нашей комиссии, на самом деле, при областной думе, в совете молодого депутата, у нас есть в планах это проведение круглых столов. То есть, чтобы предприниматели различного уровня могли участвовать именно в импортозамещении и принимать определенные программы, вступать в определенные программы и приносить для себя прибыль, тем самым поднимать социальное развитие нашего региона. Свой опыт, конечно, хорошо, но когда есть возможность приобрести опыт более, так скажем, успешных регионов, то это вдвойне быстрее, так скажем, будут темпы роста и эффективность работы. На ваш взгляд, вот такой вопрос, легко ли быть молодым депутатом? И в чем все-таки секрет успеха, Виталий Викторович? Начнем с вас, потому что вы как бы наглядный пример успешности депутата и политика. Понимаете, как депутат и политик, я еще не сказал, что я успешный, потому что мой путь в политике только начинается, и как любой другой, так скажем, род деятельности, любая другая работа, это не просто. Не просто прежде всего осваивать новое поприще для себя, потому что спорт и политика, это, хоть политика везде присутствует, в том числе и в спорте. Но сложно совместимые вещи. Да, сложно совместимые, но тем не менее. Я считаю, что в этом деле важно честность, порядочность, наверное, и упорство. Упорство, так скажем, идти своим путем, и, что называется, гнуть свою линию и делать свою работу искренне. И во благо нашего населения, нашего народа, во благо нашей страны. То есть совершенно искренне и без всяких корыстных, так скажем, моментов. Ну а с какой целью вы пошли в политику? Почему приняли такое решение? Для каждого, наверное, есть свой определенный стимул. Во-первых, мы должны отстаивать интересы наших избирателей, да, интересы наказы. И вообще бы хотелось бы сделать, честно говоря, может, я глобально скажу, но хотя бы наш областной центр, регион, район лучше, образно говоря, чтобы людям жилось лучше в плане социально-экономического значения, в плане духовности и в плане то, что мы как бы на местах видим больше, наверное. Вы представляете Брасовский район. Вот над какими проблемами жизни Брасовского района вы готовы работать в первую очередь? Вот в первую очередь, если взять то, что мы взяли от Краснодарского края, да, и если у них очень развит патриотизм. И на основании этого, вот с поддержкой Виталия Викторовича, мы организуем выезд к памятным местам. Памятные места нашей Брянской области с засадкой дубовой аллеи, с возложением цветом к памятникам, к вечному огню. Вот у нас в Брасовском районе один из первых зажегся именно в области вечный огонь. И я думаю, патриотический дух нашего населения в данное время немаловажен. Мы можем видеть ближайшее государство, когда
именно молодежь, придя к этому, сделали такую ситуацию, что на самом деле без слез не глянешь на сегодняшний день. Я думаю, военные действия на Украине действительно как-то сейчас подняли патриотический дух у нашего народа, тем более, что даже активнее молодые люди стали отправляться служить в армию. Вот интересный даже был момент, касающийся вот этих наших тренингов и лекций. Даже было приятно и удивленно то, что все наш коллектив, 200 человек, разбили на несколько команд. Каждая команда называлась городом-героем. Мы представляли город Сталинград. Другой там команда прислала Керчь, Севастополь, Смоленск. И вы знаете, что вот этот дух, который вот передавался потом уже в планах тренинга, каждый уже занимался именно, чтобы свой город был крепче и был устойчивее, оно передавалось и чувствовалось прямо на расстояниях, как атмосфера прекрасная была. Угу. Это тоже было мероприятие, посвящено к 70-летию нашей Великой Победы. Что касается вот молодых депутатов, то не только 70-летие они вот провели в этом плане 10-й юбилейный семинар, но они также еще привели, ГТО провели, готов к трудообороне. Мы, кстати, тоже попали. Сдали в это. Нормативы. Сдали, конечно. Отчего? Угу. Свидетельство получили, нормативы. Ну, тяжело, конечно, но для нас нет ничего невозможного. Кстати, про ГТО. Вот недавно прошла акция, Виталий Викторович, вы тоже принимали участие, давали нормативы. Это действительно такую уже популярность набирает, тем более, что это не только в школах, это ведь и в учреждениях, в социальных, в различных. Знаете, очень приятно то, что сейчас возрождается то хорошее, что было когда-то давно утрачено. И отдать должное нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который дает толчок всему вот этому возрождению. Сегодня нормы ГТО в каких-то регионах уже принимаются, в каких-то регионах, таких как наш, еще это в качестве пилотного проекта проходит. И вот буквально недавно мы провели первый спортивно-патриотический фестиваль «Готов к труду и обороне» на кургане «Бессмертия», приуроченный к 70-летию Великой Победы. У нас, как я уже сказал, в регионе это проходит пока в рамках таких популяризационных мероприятий движения ГТО. Но со следующего года уже начнем и мы принимать вот эти нормы «Готов к труду и обороне» у себя в регионе. Uh-huh. И я уверен, что через год-два, вот, так скажем, это движение «Готов к труду и обороне» войдет в каждую семью и в каждого человека. Тем более, что государство находит новые способы стимулирования своих граждан, потому что уже будут представляться какие-то отгулы или дополнительный отпуск, и даже какие-то материальные премии, насколько я знаю. Будут, да, какие-то преференции своеобразные создаваться для тех, кто будет сдавать нормы ГТО, и для студентов, которые будут поступать, так скажем, в высшее учебное заведение, в среднее учебное заведение. То есть ряд определенных преференций будут иметь те люди, которые сдают нормы ГТО. Потому что, безусловно, вот вы говорили сегодня о патриотизме. В Советском Союзе каждый парень, идущий в армию, уже владел определенными навыками там, стрельбы, метания гранат, был физически хорошо сложен и способен на, так скажем, на те нагрузки и лишения, которые предлагала воинская служба. Вот. Сегодня, к сожалению, вот, с того момента, как мы потеряли вот это движение «Готов к труду и обороне», вот эту подготовку массовую, вот, сегодня, кстати, немножко история другая. Вот наш президент Владимир Владимирович Путин ориентирует нас на то, чтобы сегодня, так скажем, оздоровить нашу нацию, оздоровить население, и для того, чтобы и армия, так скажем, возрождалась и крепла. Я предлагаю обязательно привлечь к этому молодых депутатов. Безусловно. Мы согласны. Даже вплоть до того, что мы были глубоко удивлены, но в Краснодарском крае, вот в пансионате Орленок, да, нашего федерального значения, 6:30 утра мы вставали на зарядку. Это не считая того, что в 9 мы уже были на лекциях, и после обеда определенное время давали нам передохнуть, и до 10 часов почти была практика все. То тренинги, то практические занятия. Но вот все равно с утра встаешь, именно уже чувствуется, гимн играет, встали, солнышко,
и все в спортивной форме. Но все-таки вот по итогам обучения на этом практикуме, семинаре, который прошел в Краснодарском крае, что все-таки вы готовы применить на практике? Может, поделиться опытом с другими депутатами молодыми? Мы будем проводить круглые столы именно с нашими председателями комиссии, которые у нас есть при областной думе, Совета молодых депутатов. Там расписан полный формат действий, которые мы должны осуществить. На сегодняшний день мы будем произведем патриотическую ноту нашу, поддержим по всей стране посадкой дубовой аллеи и памятных мест. В ближайшее время у нас будут проводиться круглые столы с нашими коллегами, чтобы почувствовать и внести туда все новое, что они сейчас уже за этот момент наработали. На сегодняшний момент и общение с круглыми столами, с предпринимателями среднего и малого бизнеса, какие у них есть перспективы, какие у них проблемы. Ну и работа над решением проблем вашего же района. Соответственно, те же дороги, здравоохранение, образование. Все это включено в эту повестку дня, где мы будем все это рассматривать. Здравоохранение, конечно, фактически и социальная сфера на первом месте находится, да в любом районе, не только в нашем. Потому что обеспечение людей и социальная сфера поднимает не только дух, но и стабильность в области, в регионе, в районе и в каких-то поселениях. Также социальное развитие района нам дает больше инвесторов, понимаете, они же тоже смотрят. Да? Также мы готовы, на самом деле, чтобы каждый из молодых депутатов, представляющий какой-либо район нашей области, презентовали, так как мы являемся в комиссии по предпринимательству, инвестициям и промышленности, чтобы они презентовали их именно районы по инвестиционной привлекательности. Понимаете, у нас много мест, много из земель неиспользованных. И сделать ту статистику, на самом деле, сколько не используется земли, как можно потратить ее по назначению. Так как в Краснодарском крае, например, у одного из депутатов была такая идея отдать фермы, которые на самом деле и у нас в регионе есть, которые нам достались, можно сказать, от Советского Союза, ну, к ним есть подъезды, и отдать это фермерство, то есть молодым семьям, да, или семейные фермерские хозяйства. Да, пользование семейных фермерских хозяйств, чтобы они меньше вкладывали на подъездные пути, то есть тот же самый фундамент, все там есть. И вот эти моменты реализовать. Очень интересно. Очень хочу пожелать вам, чтобы у вас было больше реальных конкретных дел, чтобы просто не просто идеи, какие-то обещания, а реальные какие-то дела. Потому что все-таки политика – вещь ответственная. Как известно, если политики и депутаты наступают на грабли, то шишки достаются народу. Поэтому вот желаю вам успешной деятельности. И вам тоже, Виталий Викторович. Спасибо. Спасибо большое.